Габит Сыздыкбеков провел встречу с молодежью мегаполиса в свободном формате. В ходе встречи глава города отметил, что рад обменяться мнениями с молодежью и рассказал, каким, по его мнению, должно быть сегодняшнее подрастающее поколение. Во встрече приняли участие члены различных организаций города, студенты учебных заведений и активная молодежь. На данном совещании молодые люди обменялись мнениями и предложениями по актуальным вопросам с акимом города. Провели интервью в свободном формате. Если оказать всестороннюю поддержку молодежи, направить ее энергию и энтузиазм в нужное русло, Казахстан станет передовой страной мира и установит справедливое общество. Для этого сегодняшней молодежи, как сказал глава государства, нужно прививать лучшие качества. Молодые люди должны быть патриотами своей страны, образованными, трудолюбивыми, справедливыми, а также сострадательными. Шымкент – город молодежи. Сегодня государство оказывает всестороннюю поддержку подрастающему поколению в получении качественного образования, занятий наукой, трудоустройства, обеспечении жильем и начале собственного дела. Все это будет направлено на решение актуальных проблем молодежи. Каждый должен знать, какие возможности есть в нашем городе для личностного и профессионального роста, трудоустройства, а также получения жилья, сказал Габит Сыздыкбеков. Также аким города отметил, что в этом году в рамках проектов «Тауэль Сыздык Урпактары» и «ЖАС Волонтер» в поддержку талантливой волонтерской молодежи будет выделен грант в размере 1 миллиона тенге на 10 проектов. А до конца 2024 года планируется предоставить 900 арендных квартир для работающей молодежи. Глава мегаполиса отметил, что от молодежи напрямую зависят лучшие перспективы нашей страны, и посоветовал: в юности нужно усердно и добросовестно трудиться на благо страны, читать книги, постоянно искать и учиться новому, отказываться от вредных привычек, заниматься спортом и вести здоровый образ жизни.